Журналистика – это профессия. По крайней мере, для меня я должен миром всегда с ними то есть, и любовью относиться, потому что это часть моей профессии с ними постоянно встречаться и общаться. Поэтому ничего плохого я не могу сказать, но я считаю, что развивается довольно хорошо в России, только немножко свобода слова сократили. То есть, и с другой стороны, если совсем дать свободу вот журналистам, они пишут и сделают перевороты. Поэтому тоже такой очень тонкий подход к этому должен быть. Но мне кажется, довольно хорошо здесь идет. Сами вот журналисты, корреспонденты уже гораздо вот профессиональнее, чем раньше. И как раз в этом так нормально идем потихонечку.